Между тем, в Казахстане сокращается тюремное население. Это позволило за последние 5 лет упразднить в стране 6 исправительных учреждений, которые не соответствовали международным стандартам. Об этом сообщили в МВД. Тем временем в Жамбылской области прокуроры запустили проект по оказанию социально-правовой помощи осужденным. Например, тем, кто получил условный срок, помогают найти работу. За последние 10 дней трудоустроили больше 100 человек. Сотрудники службы пробации отмечают, главное, чтобы осужденные пришли и рассказали о своей проблеме. Как Динмухамед Суранов. Приговор 3 года условно мешал ему устроиться на работу, а теперь он трудится в цеху по производству металлических изделий. Я пытался устроиться на работу, но в 5-6 местах мне отказали, а в некоторых предлагали слишком маленькую оплату. Тогда я обратился в службу пробации. Мне помогли. Сейчас я работаю и получаю зарплату в 50 тысяч тенге. Все хорошо. Благодаря совместно принятым мерам с Департаментом уголовно-исполнительной системы Жамбылской области, а также органами занятости, трудоустроено более 150 лиц, которые уже начали получать заработную плату. До конца текущего года планируется трудоустроить как минимум 80% лиц, состоящих на учете службы пробации. Данная работа будет продолжена и в следующем году.